Дом в городке Саанич, что недалеко от столицы Британской Колумбии Виктории, был снесен после того, как в нефтяной компании просто перепутали адрес. Терри Филлипс лишь недавно приобрел домик на улице Аделаида-авеню и приступил к его ремонту. В одно прекрасное утро к его дому доставили топливо для обогрева жилища. Рабочие начали перекачивать мазут в закрытый под землей резервуар. Мазут попросту отправили по неправильному адресу. После перекачки мазут начал вытекать из цистерны, заливая землю вокруг. Городские службы пытались очистить от нефти участок, однако было уже поздно. Было пролито уже более 300 литров. Для того, чтобы как следует вычистить почву, дом пришлось снести, а цистерну, соответственно, выкопать из земли. Стоимость очистных работ, а также постройку нового дома вместо снесенного, оплатит страховка нефтяной компании, сделавшей ошибку.